Аркадия скоро окончательно превратится в элитную зону отдыха, доступную только богатым. Очередной коммерческий проект разработала строительная компания «Мегалайн». На фирменном сайте его может увидеть каждый одессит. Проект предусматривает строительство на берегу двухэтажного ресторанного комплекса площадью 9300 квадратных метров и вместимостью 1000 человек, парковки на 35 машиномест и трехэтажной гостиницы на 82 номера. Судя по рисункам, возможно, будет использовано недостроенное здание так называемого аквапарка рядом с ротондой, где, вопреки документам, фактически строился ресторан. Безграмотно проведенные здесь работы привели к обрушению склона. В частных домах над ним по улице Каманина уже начали трескаться стены. Жители неоднократно обращались к городской власти, в полицию и прокуратуру, но безрезультатно. Если строительство возобновится именно на этом месте, очередной оползень может разрушить дома и погубить людей.